Всем привет, с вами интернет-магазин kado.ru, покупайте лучше, про остальное забудьте. В этом видео я хочу рассказать про хорошую ручную косу. Сразу же скажу, что тут ручная коса хорошая, а это плохая ручная коса. Чем же они отличаются? Эта ручная коса сделана в Австрии, это ковка, это 30 операций производится для того, чтобы произвести эту косу. Сделана она из замечательного металла, у нее закалка достаточно прочная, и в то же время вы можете эту косу и отбивать, и в то же время она будет долго держать заточку. Эта коса сделана в Китае. Вы видите, да, что, во-первых, она тоще. Если здесь толщина косы 50 мм, это считается где-то в середине косы толщина, то здесь, ну, не знаю даже сколько, здесь, наверное, миллиметров 30, наверное. Вот. То есть, а эта коса новая, эта коса куплена в Леруа Мерлен. Вот. Соответственно, хорошая коса, она тонкая, она легкая, она легко отбивается, и в то же время она хорошо держит заточку. Это австрийские косы. Либо это Фукс, либо это Офнер. Так что вы можете сами убедиться, да, в разнице изготовления. Да. Здесь присутствует режущая кромка, и эта коса полностью готова к работе. Здесь режущей кромки нет вообще. Эту косу нужно подготавливать, ее нужно делать фаску, нужно делать заново режущую кромку. Только после этого отбивать, точить ее, тогда возможно что-то и получится. Но я не уверен, какой здесь китайский металл, как он будет держать заточку. Здесь изумительный металл, он долго держит заточку, легко, она легко отбивается. Она изогнута во всех направлениях, есть ребра жесткости. Кончик этой косы приподнят, что позволит вам легко работать на ухабистых почвах. Так что, если вы хотите купить хорошую ручную косу, покупайте хорошую ручную косу в интернет-магазине kado.ru. Приезжайте к нам в шоурум, выбирайте косы. У нас есть косы любых размеров. К ним есть косовища, молотки для того, чтобы их отбивать, наковальни. Специальный аппарат для отбивки косы и специальный станок для отбивки косы. В нашем интернет-магазине есть все для хорошей ручной косы. Покупайте лучше, а про остальное забудьте.